А спонсор этого видео Parabola Rust One Tournament. Вчера там был вайп, и ты можешь успеть залететь на сервер. Самое начало выживания ждет тебя. Постоянное обновление, и карта Parabola не заставит тебя заскучать. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Теспи, я продолжаю играть в One Tournament, и на сей раз я залетел на новую карту Дурам. Уже просто достаточно посмотреть, это вот тут я появился, просто достаточно посмотреть на эту карту уже со стороны, вот так как она выглядит, уже приятно, уже клево, и это замечательно. Давай сразу же пропишем кит, в натуре Теспи пишет. Давай сразу же пропишем кит, кит старт, конечно же. И отправимся изучать эту карту. Это в первую очередь будет именно изучение. А дальше мы будем уже смотреть по тому, как вообще эта карта привлекла меня, не привлекла. Будем ли тут мы продолжать играть или нет. Ну, на первый взгляд очень хорошо выглядит. Показал, что человек, но это стол был. И, значит, вот как карта выглядит. Карта 4 на 4 километра. Судя по всему, она достаточно большая. На сервере 5 человек вместе со мной. Но мы идем сейчас не за PvP, а за тем, чтобы посмотреть карту. Уже сразу же мне бросаются хорошие пушки. Это хорошо, это очень хорошо. И зомбаков мы всех убиваем, потому что нам надо немножко прокачаться. Мы же все-таки с нуля начинаем все это дело. Какое-то оно, знаешь, все какое-то... Как будто... У меня с освещением что-то не так, но наше вроде не так всегда было. Ну-ка еще в настройках положу. Вот что у меня было. Затемнение фона. Вот, я-то думаю, что-то не так в этом доме, что-то так непривычно, как будто оно что-то, ну, ненатуральное. Все, сейчас уже получше. Значит, ух ты, блин, это карта. Карта многообещающая. Она какая-то, даже вот эта вот начальная локация как-то бросается в глаза. Это у нас ферма. И значит, давай дальше побежим по мосту. Это у нас ферма, ферму мы посмотрели. У нас уже есть снайперка. У нас, в принципе, уже все более-менее хорошо. Мы уже можем убивать. Я уже вижу БТР. И на этой карте, насколько я знаю, был конкурс на постройку красивых домов. И надеюсь, я хотя бы один увижу домик. Я понимаю то, что сейчас людей мало, и встретить дом, не то что человека, будет очень сложно. Но вот надеюсь. Опа. Вот и первый дом, кстати. Там зомбаки стоят, да, насколько я вижу. Да. Вот и первый дом. Ну, дом уже зарейженный, кстати. Долго он не продержался. Нет, может быть достраиваться. Кстати, как-то его пробивали где-то везде. Но дом уже, ну, как-то с высоты смотрится очень даже неплохо. Там у нас мост. Может быть, у нас еще какие-нибудь дома прям в воде стоят. Надо как-то... Ё-моё, там тоже... Блин, эта карта просто огроменная. Где я? Получается, вон там у нас край карты. Вон там у нас край карты, и там я домов в воде не вижу. Ну, вот мы уже, кстати, первый дом увидели. Хорошо. И вообще, знаешь, я так что-то остановился. Это же мы на дамбе находимся. Карта очень эпичная. Карта очень эпично выглядит. И там я так понял то, что... Да. Вот отсюда сливается вода. Блин, как же круто сделано. Хочется куда-нибудь на военку попасть. У меня по пути будет Scorpion 7. На Scorpion 7 можно, я думаю, найти противогаз. И там еще есть локация СИО-22. СИО-22, скорее всего, зная с карты Россия, это у нас локация под радиацией. Так что противогаз мне очень понадобится. Блин, я чувствую то, что если тут будет очень много народа, я чувствую, тут будут такие ПВП, которые как и на Чернорусии, как на карте Канады. Ну вот и я пришел к Scorpion 7. Домов пока что... Да, домов не видно, хотя что это, ну, непонятно. Тут очень много именно текстурных домов, очень много строений по всей карте, и даже непонятно, где тут могут быть дома. Я неспроста записываю на таком сервере, где не так много народа, потому что, ну, во-первых, эта карта интересна, это, во-первых, то, что интересно глянуть на это все, но, во-вторых, то, что я волнуюсь. Это мои первые видосы с вебкой, и зная по видосу по CSGO на втором канале, как я записывал с вебкой, то, что... Лучше пока что привыкнуть к ней, а для этого нужно записывать видосы, ну, какие-то такие расслабляющие, чтобы я привык, потому что вообще непривычно. Так, АКС, я уже надеюсь, это что это комиссия? Ну нет, это не противогаз, я, к сожалению, не могу найти. Вот так вот, хорошо, ну противогаз у вас будет, пожалуй, ну-ка не... Есть! Замечательно. Опа, нифига тут рюкзак. Вот это, конечно, у меня торпеда на заднице появилась. Опа, кстати, вот это вот надо засейвить. Я нашел чип.
Опа, я заметил еще один дом. Хорошо, но он только, судя по всему, начинает строиться. И это прям железный дом. Это не просто дом для красоты, это прям железный. Да, в процессе. Хотя тут что-то в воздухе висит, как будто его отчасти пытались рейдить, либо... Что это? Странно, полено просто в воздухе висит. Это что, это нормально? Так, а это, кстати, может быть дом такой... Так, спальник стоит. Опа, это что? Это сошки. Это может быть дом такой, знаешь, который весь лут именно внутри, вот тут вот, спрятан, это потолки. И вот так вот тоже делают иногда, то, что вот потолки ставят и туда прячут лут. А все снаружи заделывают фундаментом, вот так вот делают иногда. Ой, а кстати, я пришел всего 22, и почему-то тут нет радиоактивной зоны, что очень странно. Хм, и она такая небольшая, эта локация. Ладно. Ладно, почему бы и нет, я не против. Так, тут у нас уже сразу встречает самая туповая снайперка. Тут у нас Империум Вест, ёшкин кот. Сколько там, 25% защиты. Ну ладно, собираем пока что и потом будем продавать. Газмаск еще одна, хорошо. Эта военка настолько маленькая, потому что тут есть спуск вниз. Так что погнали. Блин, а у меня же... Нет, у меня все есть. Так. Вот так вот. Вот это уже совсем другое дело. У меня есть фонарик, так что с фонариком... Здравствуйте. Здравствуйте, придется пошуметь немножко. Ух ты. Ух ты, у нас тут есть ПНВ. Но мы все равно пошумим. Почему бы нет? Мы нужен весь лут. Блин, а тут же можно просто фармить. Вот так вот. Тут же 30% защиты берем. Тут же можно просто фармить. Тут и рюкзаки очень интересно выпадают. Так, о, господи, опять огромный рюкзак. Верните мне мой, пожалуйста. Так. Тут как-то светло на самом-то деле, вроде бы. И даже не темно. И нормально тут бегать вполне. Опа! НТВ. Тут утец очень хороший. Очень хороший. У меня уже 1154, плюс 200 баксов получу за то, что играю уже 20 минут. И я уже могу купить отмычку, либо... Тимбервульф, ну Тимбервульф вроде бы как не продать. Я могу купить отмычку, либо уже вроде бы какой-нибудь транспорт. И я бы купил какой-нибудь мотоцикл, но мотоцикл, насколько я знаю, очень быстро передвигаться. И можно вообще эту карту поколесить, посмотреть, где тут лучше дом построить. Снайпер-супрессор, господи. Тут вообще светло. Она эту снайперку не поставит, снайпер-супрессор, к сожалению. Ну, пускай. А, мы отсюда не выберемся, нам нужен генератор. Ну, блин. Следующая локация, к которой мы будем двигаться, это вот эта вот Картер Ammo Factory. Я думаю, вон там я даже смогу кого-нибудь найти, не просто так вот пробежаться, а еще и найти кого-нибудь. Опа, это у нас безопасная зона тут еще есть, ничего себе. Вот это... Интересно. Я тут посмотрел, сколько мотоциклы стоят. Мотоциклы стоят по 1200, по 1600. Но они как бы будут новые. Новые мотоциклы. Я думаю, то, что я куплю мотоцикл за 63001, чтобы просто обколесить эту карту, потому что, ну, как бы тяжеловато. Так, мотоцикл куплен за 1200. Ну, а надеюсь, то, что этот с топливом, а тот без топлива. Так что нормально. Закрываем. Это все фары, которые он дает? Серьезно? Это все освещение, которое он дает? Слабенько. Ну хотя бы едет быстро, вот это меня радует. Ой-о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 й, мы приехали в самый большой город. Называется он Дурам, на удивление, да? На удивление то, что он называется Дурам. Значит, это... И фары у меня, к сожалению, очень-очень плохо светят. Значит, я думаю, то, что я встречу так какой-нибудь дом, пока буду колесить, но никакой дом я не встретил. Я думаю, все дома ближе к тем местам, где мы появляемся. Но я хочу съездить. Тут есть остров Нефдурам. Хочу посмотреть, что там. Опа, ча, подожди, это что такое? Это бронепоезд? Интересно. А за него можно... Нет, ну, судя по всему, нет, нельзя. Да, нельзя сесть бронепоезд. Блин, я вспомнил, что у меня есть ПНВ. Ладно, едем дальше. Ё-моё. Тут у нас проблемка нарисовалась. Проблемка в том, что как бы мост сломан. Вот оно как. Ну что, плыть туда, не плыть? Я не вижу никаких домов вообще, хотя... Нет, я не вижу. Мне кажется, вообще не стоит туда плыть. Вообще не стоит. Так что погнали дальше колесить, смотреть карту. Это как бы отчасти хорошее место для дома. Опа.
Опа, 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 опа. Секундочку, секундочку, секундочку. Тут, во-первых, у нас строение какое-то непонятное. Со спальником причем. И плюс аэропорт. Нарисовался. В аэропорту стоит какая-то машина. Блин, ну ладно, едем дальше. Я думаю, что это дом, который будет интересен, но это дом, который не интересен. Ну ладно, едем дальше. А просто аэропорта... Аэропорт... Короче, аэропорт. Из-за карты Черноруссии воспринимаю эту локацию прям как очень крутую. А на карте Черноруссии в последнее время очень много играю. Воу. Неплохо, только чуть не угробим. А хотя я тут бы не угробил мотоцикл, до воды еще далеко, так что нормас. Да нет, да нет. Да серьезно. Тут опять сломанный мост, еще и... И как мне? Тут даже никакого трамплина нет. Походу надо по тому мосту ехать. Я хочу на тот остров перебраться. Ну буду знать, заодно изучаю карту, буду знать все эти косяки. Ну как косяки, фишки карты, их надо знать. Так было и задумано, на самом деле, я так и хотел. Опа, я тут пришел к домишкам, которые построены. Тут просто обычный куб. Ничего такого сверхкрутого. И тут еще один дом. И да, они все близко построены к тому, чтобы... Ну, тут респавны, и они тут все строятся, окей. Секундочку. Секундочку, я тут что-то слышал, какие-то выстрелы. Жаль, больше выстрелов нет. Я слышал выстрелы из глушителя, и я толком не понял, откуда они были. Хм, тут есть что-то наподобие военки, интересно. Вот оно что. Я нашел первые улики, то, что тут есть человек. И я думаю, мне уже показалось, то, что тут выстрелы были, тут срублены деревья. Срублены деревья, это хорошие улики. Я уже подумал, то, что все, я поехал, поехал, все. И кукуха уехала куда-то, и ты что-то там услышал, тебе показалось, ты побежал в какой-то лес. Оказывается, нет, 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 неспроста. Опа! Я его нашел. Так, поменял я ствол. Как бы лучше с этим стволом, который стопроцентно точно убьет его. Лучше уж наверняка. У нас плюс еще ночь. Постреляй еще, дружище. Угу. Ну-ну-ну. Вот так вот! И решаются проблемы. Вот так вот и решаются проблемы. Я тебя нашел. Я тебя нашел. Так, что у тебя было? У тебя хилки. У тебя... Так, у тебя очень много патронов на мою пушку. Хорошо. Металл есть. Вот эти вот... Он получается фарм... Детонатор. Детонатор замечательно. Патрошки. Это все потом продадим. Ну... В принципе, я очень рад, что я хотя бы дошел на такой карте огромной до убийства, учитывая, что так мало людей, тут и надо спрятаться, чтобы меня тоже не убили. Спасибо большое за просмотр, если вам понравилась карта, обязательно заходите сюда, играйте, ставьте лайк, если вы хотите увидеть по этой карте видео, и пишите об этом в комментариях, вступайте в группу ВКонтакте, удачи, друзья, и до скорых встреч.